Запрет курения в помещениях сказался на прибыли рестораторов. Владельцы заведений заявляют, что доходы упали на 20% из-за потери курящих клиентов. Для решения проблемы предприниматели предлагают внести поправки в закон. На сегодня в документе не определены четкие требования разделения зон для курящих на летних площадках и стандарты оборудования вентиляции специальных комнат. Есть заведения, которые могут поставить себе какие-то специализированные кабины. Ну, конечно, это дороже, потому что стоимость такой кабины составляет там, от 3 до 5 тысяч долларов США. Да? Вот. Ну, такого нет, чтобы обязательно вот именно установить такие кабины. Главное, чтобы было специально оборудованное место. Если бы сами заведения законно имели право все это контролировать, все это было бы намного правильнее, намного четче работало бы. Точно так же, как и с курительными комнатами. Это определенные расходы, которые внезапно возникли. И многие просто не готовы нести эти расходы. В Казахстане насчитывается 35 тысяч ресторанов и кафе. Из них специальными кабинами для курения оснащены лишь 15%. Тогда как в стране 4,5 миллиона курильщиков.